Всем привет! В новом видео я буду делать самоделку, которая поможет при сверлении труб различного диаметра. Для этого мне понадобится уголок 40 на 40 толщиной 4 мм полка. Также понадобится кусок листового металла толщиной 5 мм, шпилька М10 и гайки М10. Итак, приступим. Для начала отрежем заготовку уголка. Я разметил 120 мм, сейчас отрежу болгаркой. Далее буду отрезать лист. С листа сделал две заготовки шириной 35 мм, длиной 150 мм. Сейчас зачищу края. Вот такие получились заготовки. Приступаем дальше. Следующим шагом будет просверлить отверстие сквозное здесь и здесь. Буду сверлить сразу через две пластины, для удобства скрепляя зажимом. И выровняв две заготовки, буду сразу через две сверлить, чтобы отверстия соответствовали в одной и в другой пластине друг другу. Просверлил отверстие в пластине, вот что у меня получилось. Две заготовки зажатые, на сквозняк просверлил 12-м сверлом. Также подготовил немножечко уголок, просверлил три отверстия, диаметр 12, диаметр 10 и диаметр 6,5. Позже объясню для чего. Сейчас необходимо отпилить два отрезка шпильки М10 по 120 мм. Такие два отрезка из шпильки М10 получается. Теперь всю эту конструкцию собираем вот таким вот образом. Через пластину просовываем шпильки с двух сторон, соединяем их гайками для временной фиксации. А с обратной стороны снизу ставим гайку, чтобы пластина не опускалась ниже. А с вот этой стороны сейчас будем обваривать. Теперь аккуратно прихватываем здесь и здесь. Вот так вот прихватил, проверяя, что все ровненько получилось. После этого обвариваю. Я обварил, сейчас это дело остынет, продолжу дальше. Подготавливаю гайки, вот такие вот будут гаечки, барашки. Сейчас зажал заготовку в тисках, уже прихватил, сейчас буду обваривать. Далее собираем все это дело вот таким вот образом. Сюда я прикрепил самодельные барашки, сделал их из гаек. Вот. Просунул уголок между пластин, зажал его, отцентровал. Сейчас буду прихватывать уголок.
сделал с двух сторон прихваточки. Не знаю, видно или нет на камеру. Вот с одной стороны и вот с другой. Сейчас проверю, посмотрю, все ли ровно. А потом буду уже окончательно приваривать. Вот так это дело выглядит. Все проварено изнутри, чтобы ничто не мешало нормальной работе. Сейчас остынет, покажу в разобранном виде, соберу это все, покажу, как это дело работает, для чего это приспособление. Самоделка состоит из четырех деталей. Это две вот такие вот самодельные гаечки-барашки. Также прижимной элемент, лист и уголок. В уголке просверлены три отверстия диаметром 6 мм, диаметром 10 и 12 мм. И также лист с двумя направляющими из шпилек М10. Сейчас все это дело собираем. Начинаем сборку. Вот так совмещаем это дело. Далее уже ставим непосредственно барашки. Собственно, устройство в сборе. Теперь приступим к испытанию и заодно покажу, для чего оно и как оно может упростить работу. Для чего же это устройство все-таки? А для того, чтобы на любой трубе, ну, входящей в диапазон данных регулировок, найти центр. Для этого устанавливаем трубу под уголок, затягиваем барашки. И вот такой вот зажим для трубы получился. А отверстия, те, что делал я в уголке, 12, 10 и 6 мм для точной центровки трубы при сверлении. Вот так вот это все выглядит. Теперь попробуем просверлить. Ставим сверло на 6 мм. Подбираем нужное нам отверстие и сверлим. Вот я сделал отверстие. Сейчас разберу трубку и покажу. И сделаю еще для образца еще отверстие на диаметр 10 мм. Просверлил отверстие диаметром 10 мм. Сейчас разберу и покажу на трубке уже. Вот на трубке. Точно по центру трубы. Никакого смещения не будет, так как в уголке труба лежит ровно по центру. И поскольку есть отверстия под нужные диаметры, можно сделать под какие угодно диаметры. 3, 4, 5 мм, 8 мм. Я вот сделал 12, 10 и 6 мм. Так что вот такая вот самоделка существенно облегчает центровку трубы, заодно зажимает трубу. Можно с помощью двух таких устройств зажимать трубу и нормально центрировать на плоскости. Сегодня получилась вот такая вот самоделка, существенно облегчающая работу при работе с трубами, их сверлении, центровке. Кому понравилась самоделка, жмите лайк. Подписывайтесь на канал,
Также делитесь видео, комментируйте видео. На этом все. Все, пока. Пока.